должен начать. Да. Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас всех приветствовать. Меня зовут Дарьяна Максимова, я заместитель исполнительного директора Северного форума. И мы сегодня, вот прямо сейчас, начинаем на площадке Северного форума по устойчивому развитию секцию, посвященную Северному морскому пути. Эта секция является одной из основных в такой, скажем так, дискуссии глобального масштаба, поэтому, я думаю, будет интересная дискуссия. И позвольте мне представить сейчас моих коллег, которые находятся в нашей студии. В нашей студии находятся представители нашего якутского водного транспорта. Это у нас по порядку от меня, если Сергей, Игорь Григорьевич, Семен Николаевич Коркин, руководитель департамента водного и железнодорожного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Следующий от меня это Сергей Витальевич Емельянов, первый заместитель генерального директора компании ЛОРП. Следующий это Александр Михайлович Воротников, координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики, наш гость, приехавший из Москвы. Также разрешите мне представить наших участников. Сегодня у нас будет 8 докладов и участники из разных регионов нашей страны, и Китай будет представлен. В целом, давайте быстро представлю и затем передам слово своему со-модератору Харлову Владимиру Галактионовичу, вице-президенту Ассоциации Северного морского пути, члену Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Это я пока представляю. Сейчас всех представлю, потом Владимир Галактионович возьмет слово. Дальше. Дай Чан Лей, профессор школы гидроэлектроэнергетики Хэйлунцзянский университет. Коростелев Дмитрий Анатольевич, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Камчатского края. Брескин Сергей Владимирович, начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации ААНИ, Института Арктики и Антарктики. Кубышкин Николай Викторович, технический директор ООО «Арктик Шельф Консалтинг», кандидат физико-математических наук. Далее, Рузакова Валерия Игоревна, ведущий аналитик международного права МГИМО МИД России. Шадрин Вячеслав Иванович, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН. Все наши участники представлены, и позвольте мне передать слово моему со-модератору Владимиру Галактионовичу Харлову. Пожалуйста, вице-президент Ассоциации Северного морского пути, член Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Пожалуйста, Владимир Галактионович, вам слово. Спасибо, Дарьяна. Спасибо всем организаторам Северного форума за то, что пригласили всех нас. И для меня честь быть модератором этого важного мероприятия, у истоков которого я стоял в 1992 году, но это было так давно, и сейчас совсем другие времена. Поменялась арктическая политика, не поменялся только значимость Северного морского пути. Я рад, что мы начинаем нашу секцию второго международного форума «Северный форум» и пленарное заседание «Транспортная инфраструктура на севере и в Арктике». Ну, считаю
открытым. Я сейчас начну свое выступление. Хотел бы сразу всем нам помнить о том, что у нас регламент, который нам установлен, 10 минут. И, как я понимаю, Дарьяна, мы вчера это обсуждали, после наших выступлений, только после наших выступлений мы можем иметь достаточное время для дискуссий. Я с пониманием говорю сегодня о том, что мы сегодня в основном русскоязычная аудитория, и это несколько облегчает наши задачи. Ну, а мне лишь остается приступить к своему выступлению, и я хотел бы сегодня выступить со своим вот сообщением на тему, сейчас, секундочку, легкое движение руки. Чтобы демонстрацию экрана дали. А, демонстрацию экрана, пожалуйста, дайте мне демонстрацию экрана, ребят. Демонстрация экрана. Я не могу пока показывать слайды. Окей? Да? Ну, я... Секундочку, я... Итак, тема моего выступления – это Северный морской путь, основные пути развития и международного сотрудничества в рамках основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года. Северный морской путь – это исторически сложившаяся транспортная коммуникация, которая включает в себя порты, портопункты, судоходные пути Баренцева, Белого, Печорского морей на западном фланге. Мы называем его Поморским сектором. Затем, собственно, самой трассы Северного морского пути. Он так и называется в основах сектор Севморпути и Берингово моря, Камчатский сектор на восточном фланге. Я не буду много говорить о том, какие преимущества имеет Северный морской путь. Мы с вами собрались не для того, чтобы пользоваться интернетовской какой-то информацией, а для того, чтобы максимально углубленно за эти 10 минут, вот я не заметил, когда наступило мое время, вот, максимально углубленно рассказать о нашем видении как ассоциации Северного морского пути, которую возглавляет спецпредставитель президента в Арктике и Антарктике по международному сотрудничеству Артур Николаевич Челенгаров, ну, так и, наверное, позицию Совета по Арктике, в который я вхожу, в комитет по транспорту и логистике. Основным фактором развития арктической зоны Российской Федерации, извините, здесь у меня «З» выскочило, конечно, это ориентированность нашей экономики на добычу природных ресурсов и вывоз в промышленно развитые регионы этой продукции, а также на экспорт. Мы действительно должны понимать, что развитие минерально-сырьевых центров, которые формируются в взаимосвязи с транспортно-логистическими возможностями Северного морского пути, также является основным фактором развития арктической зоны Российской Федерации. Давайте все-таки о преимуществах сказано много Северного морского пути. Всем известно, что этот самый короткий путь из Юго-Восточной Азии в Европу. Всем известно, что заметно сокращаются затраты, экологическая нагрузка на природу. Но да, и экономика тоже как будто бы Северного морского пути весьма и весьма интересна. Но вот трудности освоения Северного морского пути мы должны тоже с вами очень четко представлять. В первую очередь я хотел бы начать о том, что
небольшие глубины существуют. Я вот не совсем последовательно на слайде расскажу и объясню, почему. Небольшие глубины на протяжении всей трассы Северного морского пути. Собственно, промеры до сих пор, эта работа до конца так и не завершена была во времена Советского Союза. Но мы с вами знаем, что произошло в 90-х годах. Грузооборот на трассе Северного морского пути не просто упал, он катастрофически упал по известным тогда причинам, последующим вслед за распадом Советского Союза. Северный морской путь имеет множество проливов, сложных для судоходства. Это тоже очень важно. Вот Сергей Владимирович Брескин наверняка согласится, совершенно непредсказуемая ледовая обстановка на всей трассе Северного морского пути. А мой дядька, я сам архангельский человек, капитан 7-тысячного судна «Кулой», всегда называл Северный морской путь большой русской рулеткой. Все знали, что пройти по трассе Северного морского пути непросто. Суровый арктический климат, что уж говорить. Я сам северянин с 40-летним стажем, все это понятно. Но вот давайте, не до конца проясненные границы экономической зоны Российской Федерации, следствием которых стало много непродуманных уступок, сделанных в 1997 году. Я буду считать это основным дискуссионной части своего доклада. И с вашего позволения я медленно для переводчиков сейчас скажу, в чем здесь сложность. Дело в том, что Конвенция Организации Объединенных Наций от 1982 года, статья 234, называется «Ice Covered Areas». Я буду медленно сейчас для переводчиков говорить, чтобы даже нашим китайским партнерам и нашим американским, канадским, норвежским партнерам, датским, сегодня корейские, японские партнеры, уверен, слушают меня, мы сделали много, Российская Федерация, совершенно непродуманных уступок, и сейчас мы вполне можем сослаться вот на эту статью 234. Она звучит так. Coastal states have the right to adopt and enforce non-discriminatory laws and regulations for the prevention, reduction and control of marine pollution from vessels in ice-covered areas судоходными транспортами для загрязнения льда вследствие сложных климатических особенностей. Что любое государство оставляет за собой право дезавуировать определенные действия, которые были совершены, в частности, давайте называть вещи своими именами, президентом Ельциным в 1997 году. Далее. Главная задача... Итак, все-таки давайте о положительных моментах. Глобальное потепление. Да, это вряд ли можно до конца считать положительным явлением, но глобальное потепление это создает огромные зоны, новые зоны для промышленного рыболовства. Без комментариев мы это все обсуждаем. Арктика и Северный морской путь – это огромные запасы пресной воды. Северный морской путь, как инфраструктурная артерия Российской Федерации, содержит огромные залежи природных ресурсов на шельфе. И опять не бесспорно, второе образование связано с нефтью и газом. Совсем я работал в субъекте, где
Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция. Но шельф, мы ведь, Российская Федерация, только начинаем сейчас его осваивать. А арктический шельф – это чрезвычайно хрупкая, сложная экономически территория. Нам Арктика сейчас дает возможности новых IT-технологий. Я внимательно смотрю за временем, Дарьяна, надеюсь, я скоро завершаю. Главная задача развития Северного морского пароходства поставлена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и она ставит перед собой, перед нами, наверное, и ассоциацией тоже, и спецпредставителем президента Челенгарова, увеличение грузопотока до 80 миллионов, до 80-100 миллионов тонн до 2024 года. Лично у меня весьма скептическое отношение к этим планам, оно не совсем просто. Владимир Ильич вряд ли полагал, что будет пандемия, и тут не президента сложность, а просто действительно эти вещи планировать трудно. 60-70% составляет основа грузов по трассе Северного морского пути. Это информация нашего партнера Николая Афанасьевича Манько, руководителя администрации Северного морского пути. Это сырье. Но очень хорошие признаки диверсификации уже наступили. Мы видим, вот омские коллеги, томские коллеги начинают использовать суда нашего партнера Объединенного Енисейского пароходства, возглавляемым Сергеем Александровичем Ларионовым, лично мой очень уважаемым. И они вот начинают реки Якутии использовать для того, чтобы тоже дополнительно стать важной составной частью роста грузопотоков на трассе Северного морского пути. Совершенно международный аспект в моем докладе. Это взаимодействие North East Passage and Northwest Passage. Мы называем в международном плане именно так – северо-западный проход и северо-восточный проход. Молодежь вряд ли знает, а мы помним, линия Мурманск-Черчилл, Канада, существовала и была рентабельной. Ну, тут не в нас дело в 90-х годах, а тут и у канадцев возникли с Черчиллом большие сложности. Там я был в этом порту, и там не все тоже просто. Но сама идея постоянного обмена мнениями важна. Вот мы все время думаем, что и там все так гладко. Нет, между Канадой и Соединенных Штатах тоже существует определенное противоречие по эксплуатации, ну, наверное, по использованию этого северо-западного пути. В заключение очень простое и краткое. Согласие – это главный гарант нашей большой успеха, нашей большой арктической восьмерки. У нас прекрасное время впереди. Мы скоро примем эстафету в 2021 году от наших исландских друзей. С 2021 по 2023 год Российская Федерация будет председательством в Арктическом совете. И мне предстоит интересная поездка в Канаде, встречи, чтобы мы как-то конкретно наметили программу совместных действий и инвестиций. Ну уж точно Арктика не место для горячих споров, а место для дружной работы в труднейших погодных условиях. Я благодарю уважаемую аудиторию за внимание и очень буду рад, если 29 октября вы присоединитесь к нашей конференции «Северный морской путь» в офисе компании «Совкомфлот» онлайн или офлайн. Вот с Игорем Васильевичем Танковидовым в четверг мы это будем решать. Тема конференции есть. Добро пожаловать. Спасибо вам за то, что вы внимательно, надеюсь, слушали меня. И успешной работы всем нам, всем участникам пленарного заседания Международной организации «Северный форум». 10 минут 50 секунд. Я вроде уложился. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо моему самодератору. Очень приятно, очень интересная информация. Валерий Галактионович, мне это тоже очень интересно, я здесь присутствую не только как организатор, заместитель исполнительного директора Северного форума, я сама занимаюсь канадской Арктикой и северо-западным проходом, о чем вы сейчас рассказывали, как это научно называется, и что Северный морской путь, допустим, для иностранцев действительно звучит больше даже, как северо-восточный проход.
Да, чтобы не терять времени, как мы обсудили с Владимиром Галактионовичем, мы сначала прослушаем все доклады, для дискуссии будет время позже. Следующий докладчик у нас Дай Чен Лей из Китая, профессор школа гидроэлектроэнергетики, Хэйлунцзянский университет. Пожалуйста, просим вас, Дай Чен Лей. Добрый день, вы меня слышите? И я хочу сегодня рассказать, как мне включить презентацию. C есть у нас, насколько я знаю. Да? Есть? Мы можем, по-моему, включить. Для меня честь поделиться с вами моей работой, результатами, и я буду говорить о водных ресурсах, экологии и между северо-восточной Китаем и российским Дальним Востоком. И я из Харбина, профессор школы гидроэлектроэнергетики. И я хочу немного рассказать о региональном и географическом состоянии. Первое — это у нас полярный шелковый путь. Следующий слайд. Да, следующий слайд, пожалуйста. И следующий. И полярный шелковый путь. Следующий. Спасибо. Полярный шелковый путь. Это морской канал, который проходит через арктический круг и соединяет три основных экономических центра мира. Это Восточную Азию, Западную Европу и Северную Америку. И арктический морской путь – это ключевой компонент этого пути. Следующий. В июле 2017 года президент КНР Си Цзиньпин заявил во время своего визита в Россию, что он будет поддерживать сотрудничество по арктическому морскому пути и будет работать над совместным созданием полярного шелкового пути. В январе 2018 года Госсовет, Департамент информации Госсовета выпустил арктическую политику Китая, в котором говорится, что Китай начал инициативу по важному сотрудничеству для совместного создания экономического пояса шелкового пути и морского шелкового пути для 21 века. Следующий. В феврале 2019 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина
Министерство развития Дальнего Востока было переименовано в Министерство Дальнего Востока и арктического развития. И из-за этого у него добавились новые функции, такие как создание и реализация национальной политики в сфере экономики и социальных направлений арктического региона. И это тоже связано с... Следующий слайд, пожалуйста. С китайским полярным шелковым путем. Президент Си Цзиньпинь КНР и президент России Владимир Путин, они совместно заявили о стратегическом партнерстве в новой эре. Следующий слайд. Мы можем назвать его, это азиатско-американская холодная зона, которая состоит из Дальнего Востока России, из Северо-Востока Китая, Монголии и некоторые части Америки и Канады. Как видно на этой карте. Следующий. Можем видеть здесь. Что закрашенная часть на карте показывает вот отношения, которые у нас могут быть, в каком регионе. И это места, где примерно одинаковый климат. Следующий слайд. И есть около 1400 квадратных километров на этой территории. И я думаю, да, здесь 8 стран. Следующий слайд. И общее население этой территории около 350 миллионов человек. Okay. Следующий. Мы можем разделить эту территорию на некоторые части, как видно на карте. Есть много морских территорий и некоторые наземные территории. Окей, следующий слайд, пожалуйста. И в этой, на этой территории есть все эти территории, они примерно одинаковые. Geographic
и они расположены достаточно близко друг от друга, их географические природные характеристики одинаковы, и они также одинаково реагируют на изменение климата. Следующий слайд, пожалуйста. Дальше. Наша работа, то есть наша группа проделала некоторую работу. Следующий слайд. И есть вот такой проект, на котором мы работали, это линия Тальян-Тикси. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий, пожалуйста. И здесь видно желтым. Это линия от города Тальян в Китае до Тикси. Сейчас может подключиться? Тогда мы пока... Нет, да, его? Ага, хорошо, профессор, продолжайте, пожалуйста. Но я напоминаю, как модератор, что у вас осталось буквально пару минут. Да, говорите, профессор. Да, и вот желтым здесь из Китая, города Тальян, до арктического Тикси. И состоит из двух частей. Южная часть из Тальяна до Якутска посредством железной дороги, а из Якутска до Тикси по реке. Следующий слайд. И здесь на карте видно, что это вот красная линия. И следующая работа, следующее исследование, которое мы проводим, это вот в прошлом году несколько китайских экспертов, исследователей приехали в Якутск и приняли участие в конференции. Следующий слайд. Конференции по водным ресурсам в холодных регионах. И некоторое время назад была дополнительная конференция на которой обсуждалось возможное сотрудничество между холодными регионами разных стран. Некоторые работы, то есть на этом слайде вы можете видеть то, что мы делали, еще дополнительные работы, которые мы выполнили от 2017 до 2019 года. Следующий, пожалуйста. И
есть два студента, выпускника, которые работают в СВФУ, в Северо-Восточном федеральном университете. Они выпустились из Хэлэнцзянского университета в Китае, а сейчас учатся в СВФУ. Следующий. Мы подписали два соглашения о международном сотрудничестве между двумя университетами. Следующий. Также мы провели две международные конференции. Следующий. И в будущем мы хотим запустить опрос и исследования для того, чтобы узнать характеристики этих регионов, а также провести академические семинары и обменные программы. Например, вот международный симпозиум по развитию холодных регионов, а также международный симпозиум по полярному шелковому пути. Мы также хотим обмениваться студентами по программам магистратуры и выше. Все, спасибо большое. Да, спасибо большое, я закончил. Да, большое спасибо. Регламент нам не позволяет, но я думаю, то, что мы потом разделим, да, наши презентации между участниками, и очень важно, чтобы у нас в этой сессии именно дискуссия в конце состоялась, поэтому, дорогой профессор Дай Чен Лей, мы будем еще дискутировать в конце, и я думаю, будут заданы очень интересные вопросы. Позвольте мне представить следующего докладчика. Это Дмитрий Анатольевич Коростелев, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Камчатского края. Тоже очень интересный, я думаю, доклад нас ждет, потому что Камчатка как раз участвует в развитии Северного морского пути сейчас. Пожалуйста, Дмитрий Анатольевич, прошу вас, вам слово. Доброе время суток, уважаемые коллеги. Слышно меня? Нормально? Да, все слышно хорошо и видно. Спасибо. Уважаемая Дарьяна Дмитриевна, уважаемый Владимир Галактионович, ну, Владимир Галактионович выступил с прекрасным обзорным докладом, подчеркивающим стратегическое значение Северного морского пути как уникальной транспортной системы. Я, безусловно, не буду останавливаться на этом. У меня заявлена презентация, если можно ее включить со второго слайда, она буквально короткая. Но думаю, что она... Если можно, следующий слайд. Столица Камчатки у нас, я для всех участников нашей конференции напоминаю, что она находится, по сути, на пересечении морских путей, связывающих Америку с Юго-Восточной Азией, Австралию, Новую Зеландию, с Европой, Ближним Востоком и Северной Африкой. Следующий слайд. Для небольшой характеристики вообще происходящих процессов хочу сказать, что Петропавловск-Камчатский располагается на побережье глубоководной Авачинской бухты, где никогда не замерзает вода, навигация осуществляется в течение всего года, и Авачинская бухта является естественной бухтой второй в мире по величине. Ее длина составляет 24 километра, максимальная глубина достигает 28 метров, и общая площадь бухты 215 квадратных километров. Мы считаем, что реализация этого потенциала, который до настоящего времени в регионе не раскрыт, даст развитие, импульс развитию. Во многом мы говорим о трансформации нашей экономики. Камчатка посредством развития крупных транспортных узлов, очевидно, может выступать как стратегически важный субъект России, непосредственно определяющий возможности нашего государства в создании эффективной
северной транспортной системы. При этом, конечно, я хочу заметить, что роль Камчатки важна в решении и транспортных вопросов соседних регионов. И здесь, это тоже было уже отмечено, межрегиональная кооперация первостепенно очень важна. Например, в поставках груза и в Чукотский округ, и Сахалинскую, и Магаданскую области. Ну и развитие Северного морского пути даст толчок судостроению, судоремонту на дальневосточных территориях. Отдельное внимание, мы сейчас работаем с коллегами из Санкт-Петербурга, Архангельска, Мурманска в рамках наших двусторонних соглашений о сотрудничестве. В действующей стратегии развития Камчатки одним из приоритетных направлений определено развитие транспортной системы, в том числе создание условий для растущего потенциала Северного морского пути. По нашему мнению, это делает возможным интеграцию нашей территории в единое региональное пространство и встраивание Камчатки в транспортно-логистическую систему Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Для нас также очевиден положительный эффект Северного морского пути для Камчатского края в целях комплексного развития региона. Это создание новых отраслей экономики, новых рабочих мест, увеличение притока туристов, объемов производства продукции сельского хозяйства. И решение вопросов снабжения самого региона необходимыми товарами и услугами. И, конечно, через привлечение крупного бизнеса Северный морской путь – это для нас приток инвестиций, в том числе инвестиций, позволяющий достичь цели по увеличению переработки и экспорта высокотехнологичной продукции. Следующий слайд. Отдельно остановлюсь на сочетании интересов Северного морского пути и основы сегодняшней экономики Камчатки – это рыбохозяйственный комплекс. Мы 8 сентября с Камчатского края отправили, у нас вышел лихтеровоз в сторону, лихтеровоз «Севморпуть». Мы здесь работали с «Росатомом», 25 сентября он успешно дошел до Петербурга, и 5,5 тысяч тонн камчатской рыбы доставлено на северо-запад. Основная часть, проблематика здесь в следующем. Основная часть произведенной продукции приходится у нас на центральные районы России, однако для нас проблемой является увеличение времени выгрузки и обработки груза в период больших подходов лососевой рыбы, а также очевидный дефицит холодильных мощностей для ее хранения. И это приводит к существенному росту стоимости доставки. Поэтому важная стратегическая задача для развития экономики и превращения Петропавловска-Камчатского в дальневосточный порт-хаб мы ставим для себя формирование организованного грузопотока рыбной продукции по Севморпути, а также развитие самого Петропавловска крупного логистического центра. Безусловно, здесь, повторюсь, мы работаем с коллегами из Архангельска, из Санкт-Петербурга по обратной загрузке, чтобы у нас была такая регулярная линия. Мы заручились поддержкой президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который дал соответствующее поручение 7 июня по результатам обращения губернатора Камчатского края Владимира Солодова, и мы продолжаем вместе с Росатомом, с Росрыболовством, с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации эту работу. Еще один слайд, 5-й, будьте добры. Буквально несколько проектов. Немаловажным является развитие береговой транспортной инфраструктуры, портовых мощностей на Северном морском пути, в частности, создание порт-хабов в конечных точках трассы. Это и Мурманский транспортный узел на западе, и в Петропавловске, Камчатском на востоке. Я повторюсь, мы сегодня имеем самый высокоширотный, незамерзающий, круглогодичный порт, расположены непосредственно вблизи к международным судоходным линиям. Но несколько буквально проектов. На территории Камчатки реализуется крупный инвестиционный проект ПАО «Новотек» по созданию морского
терминала сжиженного природного газа, который будет расположен в бухте Бичевинска, это в 90 километрах от Петропавловска. Он позволит обеспечить доставку сжиженного природного газа с Ямала танкерами ледового класса по Северному пути на восточное побережье полуострова Камчатка. Через терминал, расположенный на Камчатке, будет он перегружаться уже на обычные газовозы для доставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Планируем мощность терминала свыше 20 миллионов тонн в год. Период у нас более 40 лет функционирования. И ожидаемый срок запуска в первую очередь ожидается в 2022 году. Следующий проект, который тоже буквально штрихами охарактеризую. Следующий слайд. В рамках инвестиционного проекта компании «Нареба» у нас создан терминал «Сероглазка». Он продолжает развиваться поэтапно до 2028 года. Это морской грузовой терминал с современными рефрижераторными комплексом, причальными сооружениями, складскими площадками и с автоматизированным учетом и распределением продукции. В 2020 году начаты соответствующие работы по реконструкции и модернизации морских причалов, которые позволят нам принимать суда, следующие Северным морским путем. Также параллельно мы модернизируем наш Петропавловский торговый порт в рамках имеющихся возможностей преференциальных режимов свободного порта Владивосток. И также реконструируем по многим причинам простаивающую Петропавловскую судоремонтную верфь. Там создаем тоже холодильные мощности и грузовой контейнерный терминал. В целом я говорю об этих проектах как демонстрации общего интереса, востребованности со стороны инвесторов и существующих возможностей для формирования Камчатки международного порт-хаба. Следующий слайд, я уже завершаю. В целом мы оцениваем потенциал Камчатского края в развитии Северного морского пути следующими характеристиками. Это порт транзита для грузов, следующих с Аляски в Европу путем переориентации грузов с Южного пути на Северный морской путь. Это транзит грузов на Азиатский регион путем переориентации грузов, следующих с севера Европы южным путем на Северный морской путь. Это порт-хаб для комплексного обслуживания компаний, опорная точка для накопления грузов и снятие тех сезонных нагрузок, о которых я говорил ранее, с которых мы имеем сложности по доставке нашей рыбной продукции. Безусловно, Владимир Галактионович уже говорил о ряде проблем, связанных по перевозке Северным морским путем. Я не буду на них подробно останавливаться. Очевидно, что должен быть создан единый оператор, должно быть обеспечено организационное сопровождение проекта «Северного пути». Есть лучшие практики. Очевидно, что вся архитектура «Северного пути» должна быть обеспечена обстоятельным, научным, экспертным обоснованием, включая возможное использование цифровых моделей. И это и вопросы безопасности, и IT-технологий. Необходима соответствующая модернизация морских причалов. На этот счет уже даны соответствующие поручения главой государства, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Для нас важно обеспечение современными буксирами действующей нашей инфраструктуры. Ну и в целом вопрос создания постоянно действующей судоходной линии по Северному морскому пути со стабильным графиком и коммерчески привлекательными, конкурентоспособными для рыбопромышленных компаний нашего региона тарифами, независимо от накопленного к отправке объема грузов, для нас тоже является немаловажным. Уважаемые коллеги, я в завершение хочу сказать, что Северный морской путь выступает драйвером развития всей Российской Арктики и Дальнего Востока и становится основой, связывающей регионы внутри нашей страны. Еще раз спасибо за возможность выступить и презентовать Камчатку по вопросу развития Северного морского пути. Позвольте, пользуясь случаем, пожелать нам всем удачного проведения нашей конференции. Спасибо.
Большое спасибо, Дмитрий Анатольевич. Вам большое спасибо, что вы присоединились, тем более, что вы наш один из самых активных регионов нашей международной организации «Северный форум». Мы очень ценим вашу активную деятельность. И даже вот в таких, да, вопросах, когда, получается, нужно представить, ну, скажем так, да, будем честными, в кратчайшие сроки такой важный доклад. Большое спасибо, Дмитрий Анатольевич. И хочется еще подчеркнуть с точки зрения того, что мы сейчас территориально в Якутске, что ваш губернатор Владимир Викторович Солодов, вот, хотим ему передать большой привет от Северного форума по устойчивому развитию. И большое спасибо за ваше участие. Я думаю, то, что можно попросить моего сомодератора сказать несколько слов, потому что мы уже прослушали два доклада, и мы договаривались, что мы будем... Валерий Галактионович, вы с нами? Буквально комментарий. Вас не слышно, микрофон. Еще раз извините за технические сложности. Дмитрий Анатольевич, огромное спасибо за выступление. Я просто нашел его чрезвычайно интересным. А вот председатель правительства знает ли, что первый в истории круизный рейс завершил вчера по линии Анадырь-Камчатка в Однадьбе наш французский партнер компания «Панант». Они шли на борту судна «Бореал», 34 туриста. Они хотят развивать круизные линии, вот уже от слов к делу перешли, вступили к нам в ассоциацию в июле. И мы очень ждем, что и вы к нам вступите и будете выступать у нас 29 октября. Что касается вопросов... Проблемы со звуком, ничего не слышно. Ну так а я тут что, я выступал, все было хорошо, да? Сейчас, секундочку. Хорошо, а сейчас слышно, Дмитрий? Сейчас слышно, Дмитрий Анатольевич? Нет, не слышно. Дарьяна, мне слышно, я не знаю, у Дмитрия Анатольевича может... Владимир Галактионович, я вас прекрасно слышу, спасибо. Сейчас хорошо. Я еще раз, нужно ли повторить, что «Панант»? Нет, вчера... я с первого же раза вас услышал, все мне понятно. Ну а что касается вопросов, у меня возникли, вот блестящая идея Камчатского транспортного узла, но вот надо бы как-то... попонятнее и почетче эту стратегию, наверное, нам представить, потому что именно ведь вы точка перегрузки грузопотока ледового класса судов на безледовый. Сам Бог вам там дал такую возможность. Приятно слышать, что мой родной Архангельск задействован. Я надеюсь, что у нас еще будет возможность подискутировать, если вы не покинете нас по окончании, перед, во время нашего вот этой секции. Вы еще будете с нами? Или уже закончите сейчас? Владимир Галактионович, я очень рад нашему общению. Постараюсь по возможности обязательно находиться на связи. А вот скажите, пожалуйста, можно ли получить ваш электронный адрес, что мы приглашение вам направили на конференцию на Гашека 6 Совкомфлот 29-го, онлайн или офлайн? Я уж не знаю, тут как получится. Я обязательно через Дарьяну Дмитриевну передам, отвечая по такой структурной сборке наших проектов. У нас, благодаря участию, опять же, Совета Федерации, совсем недавно, 8 сентября, прошел круглый стол с сенаторами, и там первое же решение о разработке такой комплексной программы развития всей портовой инфраструктуры в рамках СМП на Камчатке. Такая задача перед правительством региона, сенаторы нам такое пожелание адресовали, в рекомендации круглого стола они вошли. Спасибо. У нас японские партнеры очень активны, 18 представителей обычно, вот 5 компаний. Мы даже думаем о сумасшедшей мысли выездное заседание к вам сделать в Камчатку. Затраты будут. Ну, мы на вот Балтийском заводе Кадилов будем в конце ноября. Но давайте вот подумаем, как можно будет это тоже решить. Ну, это давайте по мере нашего заседания. А теперь я считаю, пока нашу дискуссию вот в будущем еще продолжим. Спасибо большое за выступление. Очень интересное. Спасибо. Большое спасибо, коллеги. Продолжаем наши доклады.
по нашему списку. Следующий у нас начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации Института Арктики и Антарктики Брескин Сергей Владимирович. Пожалуйста, Сергей Владимирович, вам слово. Да, я хочу включить презентацию. Включите мне демонстрацию экрана, пожалуйста. Насколько я знаю, у нас есть, да, ваша презентация. Ну, есть, но лучше, если я сам буду ее показывать. Мы Нет? можем, да, если сам Сергей Владимирович включит. У меня демонстрация экрана отключена. Ага, это вы сами, да, включили? Это ваша презентация? Вы сами включили, да? Да, презентация включена, можно начинать доклад. Сергей Владимирович. А, тогда мы выключаем презентацию. Пожалуйста, да. Помогите нам. Да, все, ваша презентация включена. Спасибо. Мы видим ее. Да, Сергей Владимирович, мы все хорошо видим. Все видно, мою презентацию, да? Да, все хорошо, все видно. И меня слышно. Угу. Ну, вот такая тема. Система ГМО, мореплавание в Арктике. Ну, слово современное, потому что она действительно... Вот та система, которая была создана еще в 80-е годы, она честно развита за счет внедрения современных информационных, телекоммуникационных технологий, освоения новых источников информации и так далее. Ну, сначала вот некоторые исходные положения, ну, чтобы была логическая цепочка, значит, вот... Чтобы понятно было, в дальнейшем обращаю внимание на то, что в Арктике главным препятствием для транспортировки грузов не только по Северному пути является ледяной покров. И именно с наличием льда в течение круглого года связаны основные риски мореплавания. Меня слышно хорошо? Да, все хорошо. Все, спасибо. Все хорошо. Продолжайте. Значит, второе исходное положение. Последние несколько лет наблюдается стремительный рост объема грузоперевозок по Северному морскому пути. И по планам развития проектов арктических, этот стремительный рост будет продолжаться и дальше. Вот. И как бы вытекает отсюда следующий вывод, что с увеличением количества грузов и количества судов, вот эти самые риски, связанные с присутствием морского льда, они возрастают. Существенно возрастают. Продолжают возрастать. Значит, один из этих рисков, их много, прежде всего связан с... наличием, ну, с тем, что эти перевозки осуществляются на грани рентабельности. То есть экономические риски, они очень велики в Арктике, поскольку большие дополнительные расходы, связанные с привлечением, с необходимостью привлечения ледоколов и судов повышенного ледового класса, которые тяжелые, имеют повышенную мощность и так далее. Но эти вот риски и экономические, и риски экологические, и многие другие могут быть существенно уменьшены за счет применения тактики
из, вот здесь выделено избирательного плавания во льдах, которое заключается в том, что по результатам мониторинга льда выбирается наилучший вариант проведения морской операции. Одной из таких особенностей ледяного покрова является его неоднородность пространственная. То есть всегда существуют какие-то маршруты, на которых скорость движения и сопротивление льда будет значительно в разы меньше, чем, допустим, в среднем по этой экватории или на каких-то ее участках. То есть выбор варианта плавания, маршрутов плавания, оно существенно облегчает движение во льдах, увеличивает скорость и, соответственно, уменьшает издержки. Это как бы использовалось очень широко. Вот эта неоднородность, значит, в прошлом веке, когда резко увеличился объем перевозок по Севморпути в 80-е годы, и ставилось, собственно, две задачи. Это правильная расстановка ледоколов, потому что движение, проводка ледоколов по всей трассе, она не рентабельна и не имеет смысла организовывать дежурство ледоколов на лимитирующих участках. Но поскольку эти лимитирующие участки, они все время меняются, то есть одни перестают быть лимитирующими, вторые, значит, возникают. Вот эта самая расстановка ледоколов, она постоянно менялась. А на тех участках, где плавание осуществлялось самостоятельно, это движение по оптимальным маршрутам. Значит, основой и того, и той, и другой задачи являлась система гидрометеорологического обеспечения и мониторинга, постоянного мониторинга ледяного покрова. Эту систему, значит, когда ее окончательно оформили, назвали система «Север» или автоматизированная система, автоматизированная ледовая информационная система для Арктики, так она называлась. Значит, она была одной из подсистем. Я возвращаюсь, так сказать, к ситуации в Советском Союзе. Большой системой обеспечения судоходства, в которую входили, кроме этого, еще три подсистемы. Ледокольного обеспечения, навигационно-гидрографического и портового. И за счет вот того, что эти все три подсистемы находились под единым управлением, так или иначе, вот, собственно, и с теми возможностями техническими удавалось осуществлять вот эти самые масштабные перевозки. Но когда распался Советский Союз, резко уменьшился объем грузов перевозимых, и система по существу распалась. То есть подсистемы остались, но связи между ними были нарушены. И до самого последнего времени, в общем-то, эти связи не были восстановлены. Каждая система, она жила своей собственной жизнью. Меня слышно? Да, все хорошо, слышно. Все так. Хорошо. Значит, буквально 2 года назад начали все-таки восстанавливать эту систему, то есть восстанавливать связи между подсистемами. Это выразилось в том, что три подсистемы, это ледокольное, навигационно-гидрографическое и портовое обеспечение, были, значит, переданы под единое управление в госкорпорацию Росатом. Вот. И, значит, самая там, большая новость, это 18 сентября 2020 года, то есть совсем недавно, были утверждены правительством правила, новые правила плавания по Севморпути, которые госкорпорация Росатом, пункт 2 этих правил, создает штаб морских операций, отвечающий за организацию плавания судов. И пункт 30, значит, гласит, что вот эти штабы морских операций в том числе осуществляют и гидрометобеспечение. Но при этом вот эта система ГМО, система «Север», которую я сказал, она не передана под управление Росатому, то есть она остается в Росгидромете. Поэтому вот этот пункт 30, он остается,
так сказать, ну, некоторой фантазией, то есть некоторым преувеличением. На самом деле система до сих пор, система ГМО, одна из важнейших в этой схеме управления, она оторвана от и связи, не восстановлены до сих пор. Несколько слов о самой системе. Значит, вот здесь вы видите такую схему, что она собой представляет. Это источники информации различные. Вся эта информация передается в территориальное управление. И самый главный центр – это Арктический антарктический институт, где эта информация обрабатывается, анализируется, создаются информационные продукты. Значит, вот они перечислены. Это ледовые карты, прогнозы различные заблаговременности. Это вот некое возражение Владимиру Харлову, который сказал, что нельзя, значит, ничего предвидеть. На самом деле можно. То есть поддаются ледовые слои, поддаются прогнозированию. Это очень важный момент. И третий компонент – это рекомендации по выбору оптимальных маршрутов. Это то, что необходимо для того, чтобы осуществить тактику избирательного плавания. И дальше вот вся эта информационная продукция передается различным потребителям, которые используют ее для того, чтобы повысить эффективность своей работы. Ну, вот здесь вот перечислены цели создания, назначения системы, потребители. Потребителями являются, прежде всего, судоходные компании и федеральные и государственные органы исполнительной власти. Что входит в состав вот этой автоматизированной ледовой информационной системы? Это как некое сердце, автоматизированная система диспетчеризации управления. Это сложная программа, которая всеми технологическими процессами автоматически управляет, их организовывает. Николай Викторович, 2 минуты. Автоматизированные рабочие места, автоматический программный комплекс, модуль коммуникации и инфокоммуникационный узел. Очень важный момент, что вот в нынешнем состоянии система «Север» способна осуществлять персонализированные, то есть индивидуальные информационные сервисы одновременно большого числа потребителей. Каждому из них оперативно передается информационная продукция, специально для него подготовленная, с учетом сроков передачи, района, состава, формы представления, формата, способа передачи. Другие ледовые службы, значит, зарубежные, они такой возможности в настоящее время не имеют. Вот индивидуально обслуживают всех потребителей. То есть мы в данном случае несколько впереди планеты всей вот по этому признаку. Но для того, чтобы это осуществлять, потребовалась глубокая автоматизация технологических процессов всех. И вся вот эта, вся технологические процессы организованы в виде информационного производства, который вот схематически изображен вот на этой пирамиде информационной. Это внизу фундамент, это исходная информация, дальше идут результаты анализа и метеопрогнозы, ледовые карты. Следующий уровень – это прогнозы, ледовые прогнозы различные заблаговременности, прогнозируется сплоченность, возраст льда, сжатие, зона сжатия разрежения, торосистость, сидрит. И как вершина пирамиды, это на основе всей этой вот информации, которая, значит, производится, информационной продукции, разрабатываются рекомендации по выбору оптимальных маршрутов и вариантов плавания. Значит, несколько слов о источниках исходной информации. Главным источником исходной информации о льдах являются искусственные спутники Земли. Но, кроме того, широко используются наблюдения на полярных станциях, наблюдения на судах, очень мало авиационные наблюдения, потому что авиационная ледовая разведка, так сказать, она слишком дорогая, и в свое время были утрачены основные, так сказать, инфраструктура. И очень важный момент – это диагностические и, значит, расчеты на основе гидродинамических моделей. Если нет информации
наблюдений, а это бывает, потому что облачность и отсутствие локационных снимков вызывает необходимость рассчитать, и такая возможность есть. Вот здесь вот показаны основные спутниковые системы, которые в настоящее время используются для построения ледовых карт. Я не буду о них ничего говорить за неимением времени, но обращаю внимание, что это на 100% иностранные, значит, не российские спутниковые системы дистанционного зондирования. К сожалению, значит, ну, решается вопрос о том, чтобы все-таки российские спутники тоже мы начали бы использовать, но пока мы их не используем. Значит, прием информации осуществляется главным образом на выносном пункте приема информации на Шпицбергене в поселке Баренцбург. Там три современных антенных комплекса. Значит, они взаимно друг друга дополняют. Почему Шпицберген? Потому что, во-первых, вот видно, вот синий круг – это зона обзора, значит, вот из этого пункта. Как видите, он охватывает практически весь Северный Ледовитый океан, ну, небольшой участок Чукотского моря не захватывается. Другая, значит, часть действующей системы находится в Санкт-Петербурге, в Российском институте. Мы видим только западный район Арктики, к сожалению. Поэтому Баренцбург. Кроме того, еще важный момент, что вот эта точка находится вблизи точки пересечения орбит, значит, спутников низколетящих, которые спутниковых систем, поэтому мы видим отсюда спутник на каждом витке. Информация поступает часто. Это очень важно для оптической информации. То есть любой просвет в облачности мы его таким образом ловим. Важная, значит, часть системы вот этой, это подсистема создания информационной продукции. Три у нее существует модуля. Это армы, то есть это автоматизированные системы анализа. Есть автоматическая обработка, полностью автоматическая, которая создает информационные продукты без участия человека. И ARM-аналитика, который позволяет вот разрабатывать эти рекомендации по выбору маршрутов и вариантов плавания. Весь обмен информацией и продукция информационная осуществляется через единое хранилище данных. Это важная особенность вот той системы, которая сейчас существует. Вот примерная схема, как выглядят вот эти автоматизированные рабочие места армы и как они обмениваются с единым хранилищем. И самое, так сказать, сердце, как я уже сказал, этой системы – это диспетчер событий, который управляет всем этим обменом и осуществляет контроль, протоколирование и многие другие функции. Значит, важный еще элемент системы – это отображение информации, представление. Значит, информация визуализируется не просто в виде картинок, а как слои систем, информационных систем пользователя. Для судов это две системы. Это так называемые электронные, навигационные, картографические информационные системы, их две, которые мы используем. Николай Викторович, полминуты. Да. Это Декарт-навигатор и Transas Navisailer. Сердцем системы, как я уже сказал, является автоматизированная система диспетчеризации управления с диспетчером событий, но рассказывать я об этом не буду, поскольку время уже... Да, я думаю, мы... Просто вашу презентацию потом передадим участникам, да? Здесь, в общем, почти все есть. Вот на этом я хочу последнее, на чем обратить внимание, что же, какую информационную продукцию по, значит, льду, значит, вот производит эта система для пользователей, прежде всего для Северного морского пути.
Это аннотированные спутниковые изображения, это важный элемент, детализированные ледовые карты, обзорные ледовые карты, прогностические карты, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, и рекомендации по выбору вариантов. И здесь я просто пролистаю некоторые примеры вот этой самой информационной продукции. Вот были карты, были снимки аннотированные. Вот так выглядят ледовые карты в виде картинок, но они накладываются на, значит, как слой навигационной системы. Ледовые прогнозы. Здесь показан вид четырех видов ледовых прогнозов. Это распределение льда, первая картинка. Вторая – это сжатие и разрежение. Очень важный элемент положения зон сжатия, которые существенно влияют на движение судов. Прогнозируется также торосистость и дрейф. И вот так выглядят рекомендации по выбору маршрутов плавания. Они могут на фоне снимков, на фоне прогностических или диагностических карт отображаться. Вот, собственно, все, что я хотел показать. И последнее, что я хочу сказать, что в настоящее время вот эта система «Север», она полностью удовлетворяет потребностям пользователей, которые сейчас, значит, работают на Северном морском пути. Но поскольку расширение, как я уже вначале сказал, вот этого мореплавания по Северному пути, оно продолжается и довольно быстро, вот, система требует модернизации. Это прежде всего обновление программного обеспечения и возвращение этой системе распределенного характера. То есть в настоящее время так получилось просто из-за отсутствия финансирования, что вот система «Север», она ну, почти на 100% сосредоточена в Арктическом и Антарктическом институте. В рамках модернизации, которая начнется в 2021 году, к этой системе будут подключены, модернизированы, подключены территориальные центры, в том числе Якутское управление по, значит, гидрометеорологии и мониторингу, которые вот организаторы конференции прекрасно знают. То есть мы планируем модернизировать и включить в систему работу всех вот этих самых центров. Хорошо, Николай Викторович, да, действительно очень важная тема, на самом деле обсуждаемая во всем мире, как отслеживать ледовую обстановку, какая нужна технология, какие нужны технологии, вы уже знаете. И давайте, может быть, сейчас кратко, Валерий Галактионович, несколько, пару слов буквально по прошедшим докладам, и дальше будем двигаться по следующим докладам. Валерий Галактионович. Сергей Владимирович, спасибо за выступление. Я очень сожалею, в прошлый раз не хватило места. Вот я думаю, верну вам долг, вы выступите. Вот я думаю, такое же примерно выступление у вас будет на предстоящей конференции, Сергей Владимирович. Наверное, такое же, да, с той же темой примерно по центру «Север», да, я так понимаю, 29 октября, если все получится. Нет, я бы хотел другую тему осветить. Это опыт сверхранних и сверхпоздних проводок газовозов в восточном направлении. Это очень интересный. Спасибо. Здесь, знаете, я ведь без науки, вот, Дарьяна, без науки, вот это вот вы в вступлении своем правильно заметили, Дарьяна, вот, невозможно нам куда-либо двинуться. А ведь Институт Арктики и Антарктики, руководимым Сергеем Ивановичем Макаровым, профессором Макаровым, ну, это действительно тот институт, который вносит огромную лепту в развитие всех арктических исследований, в частности, Северного морского пути. Тут есть, правда, и, на мой взгляд, части доклада явно дискуссионные. Вот я в двух словах только скажу. Все-таки иногда, мне кажется, Сергей Владимирович, сколь сбалансировано решение между атомфлота ледоколами, куда вот
которые строит Балтийский завод, и вашим решением, вот этим решением избирательного ледового плавания. Вот здесь давайте это оставим на дискуссии. Вот к чему мы здесь ведем? Мы в перспективе думаем отказываться от ледоколов? Или это сбалансированный компромиссный вариант между вот тем ледовым класса судами и избирательным ледовым плаванием? У меня этот вопрос уже заранее. Я буду благодарен, если вы потом на него ответите. Спасибо. Я, можно сейчас сразу отвечу. Отказываться от ледоколов ни в коем случае нельзя. Потому что система гидрометобеспечения, она далеко не всегда является альтернативой ледокольной проводке. Но она позволяет минимизировать потребность ледоколов. Вот, минимизировать. И поэтому строительство ледоколов, оно, все равно не удовлетворило бы потребность, если бы не использовалась гидрометинформация для оптимизации вот этих процессов. Поэтому нужно, чтобы развивались обе системы, но они должны быть, как я вначале сказал, увязаны между собой. То есть ледоколы должны работать, не проводить суда по всей трассе, а стоять на лимитирующих участках в виде дежурства. Другого варианта нет. Иначе просто ледоколов никогда не хватит на то, чтобы провести все многочисленные суда, особенно те, которые хотят идти зимой на восток. Да. Спасибо за ответ. Есть еще вопросы? Нет, уважаемые коллеги, давайте продолжим наше заседание. У нас есть еще несколько докладчиков, и хорошо бы у нас еще на дискуссию осталось время. Следующий у нас докладчик Кубышкин Николай Викторович, технический директор ООО «Arctic Shelf Consulting». Прошу, Николай Викторович, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представлю доклад о припаянной операции в Обской губе в условиях возрастающей интенсивности института. Вот, ну, мне поручено его представить. Если можно, вывести презентацию. Возможно? Да, вот. Спасибо большое. Сразу следующий слайд. Под припаянными операциями я здесь буду понимать доставку морскими судами грузов в трудноудаленные районы арктического побережья с разгрузкой через лед берегового припая. Такие операции являются, собственно, разновидностью рейдовой выгрузки на необорудованный берег, так же, как это происходит и в летний период, но только вместо мелкосидящих плавсредств, которые доставляют грузы отсюда к берегу, здесь используется припаянный лед, который грузы отводят наземный автотранспорт, так же, как это происходит и на стационарных обустроенных причалах. Несомненным преимуществом припаянных грузовых операций является меньше по сравнению с безлёдным периодом зависимость от погодных условий, от ветра и волнения. Из-за этого уменьшаются простои судов по погоде во время выгрузки, что приводит к значительному сокращению продолжительности разгрузки судна по сравнению с рейдовой выгрузкой на чистой воде. Но наличие льда, оно накладывает свои особенности. Это обязательное ледокольное обеспечение, гидрометеорологическое обеспечение и предварительная подготовка припаянного льда для движения техники. Прошу следующий слайд. Вообще, в советское время еще активно проводились ямальские операции, когда судоморские суда доставляли грузы на западное побережье полуострова Ямал, в район Харасаве. Сейчас география таких вот припаянных операций охватывает чуть-чуть на западе, до мыса Шмидта на востоке,
Ну, очень внимание на Обской губе. В последние десятилетия это в 2011 году началась доставка грузов для строительства порта Сабета. И в этом районе операции проводились с 2011 по 2015 годы. С 2015 года и до сих пор Припай используется для обеспечения работы нефтяного терминала в районе мыса Каменный. То есть поддерживается технологический проезд для обслуживания этого терминала. Вот. С 2017 года и вот по настоящему ежегодно проводятся операции в районе. Через Припай был разводов в ледовый сезон. Слышно? Нет, было плохо слышно. Сейчас слышно. Было разгружено 18 судов. Вот, вот такое количество является рекордным показателем в новейшей истории России по припайным выгрузкам. Была разовая выгрузка в районе мыса Штормовой, в северной части Обской губы. Собственно, Обская губа, она вытянута в меридиональном направлении на 800 километров. Ширина губы 1060 километров. И конфигурация берега, ну, за исключением самой северной части губы, граничащей с Карским морем, где постоянно существует заприпайная полынья с дрейфующим льдом. Вот такой устойчивый припай, он существенно снижает риски подвижек льда и особенно отрыва припайного льда, и, что очень способствует проведению, безопасности проведения таких грузовых операций на припае. Благодаря наличию устойчивого припая существующие нормативные документы допускают в Обской губе сближение соседних точек, соседних мест стоянки судов под разгрузкой до полумили по сравнению с обычным требованием двухмильной дистанции в условиях открытого рейда. Но это существенно упрощает и удешевляет подготовку ледовой инфраструктуры для припайных операций. Период существования устойчивого припая на всю ширину Обской губы — это, по сути, одна из важнейших характеристик наряду с толщиной льда, которая определяет сроки подготовки и проведения припайных операций в данном районе. Формирование устойчивого припая в Обской губе в период состава происходит в направлении с юга на север. А в весенне-летнем разрушении процесс идет с двух сторон. Взлом припая начинается с южной и с северной оконечности. Дольше всего сохраняется ледовая перемычка в средней части губы. После становления припая в разгар ледового сезона в северной части ее сохраняется заприпайная полынья. Южный говорит, север. У нас постоянно прерывает связь. А сейчас слышно? Сейчас слышно. Угу. Многолетние наблюдения показывают, что южная граница заприпайной полыни, то есть граница устойчивого припая и дрейфующих льдов, в марте-апреле держится более-менее устойчиво. И обобщение по ледовому режиму, подготовленное еще до 2015 года, показывает, что в этот период южнее полярной станции Тамбей. Однако в последние годы, в 2016 году, в 2017 году, в 2019 году, граница устойчивого припая от берега до берега в марте-мае устанавливается с порта Сабета. То есть мы наблюдаем аномальную ситуацию в ряду многолетних наблюдений, которая повторяется уже несколько лет подряд. Следующий слайд, пожалуйста. Вот в работе Андрея Вадимовича Попова с коллегами были
проанализировали изменения во времени средних за ледовой период. Можно? Да. График там показан. Так вот, эти наблюдения показывают, что с 97 года по 2015 год граница полыньи постоянно спускается южнее. Следующий слайд. И это естественный природный процесс. И в то же время в последние годы на этот природный процесс активности флота и морских грузоперевозок в Обской губе, в том числе и в ледовый сезон. Если до 2014 года судоходство в Обской губе носило эпизактор, то с ледового сезона 2013-2014 годов начата круглогодичная навигация в порту Сабета. С ледового сезона 2015 года регулярно ходят танкеры в ледовый сезон до мыса Каменного и обратно, причем весьма интенсивно. С прошедшего ледового сезона 2019-2020 года начата круглогодичная причал Салмановского месторождения. Таким образом, в последние годы Обская губа в ледовом сезоне существующими на всем протяжении от северной границы губы до мыса Каменный. В прошедший ледовый сезон 2019-2020 года достаточно аномальными ситуациями с положением границы припая. Это вот, собственно говоря, в этом году по пути в нем припая. И до первой декады марта границу устойчивую припая находилась также южнее Сабеты, Пафнастово. Николай Викторович, у нас 17-19 годов. Да, буквально 1-2 минуты еще. Хорошо. И ну, связь плохая. В этом да? году вот на связь пропадает. Я не показывал. Я тогда закончу доклад. Вот. В принципе, презентация у вас есть. Вот там осталась всего буквально одна страничка. Я из-за плохой связи не буду задерживать время. Спасибо. Сейчас все хорошо слышно, когда презентация выключилась. Я думаю, может быть, мы все-таки успеем чуть-чуть подискутировать, да, потом. Так, следующий докладчик. Большое спасибо вам, Николай Викторович. Следующий докладчик у нас Воротников Александр Михайлович. Он находится у нас здесь в студии. Это координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики. Приехал он из Москвы к нам в Якутск специально на форум. И проектный офис развития Арктики у нас является организатором нескольких наших площадок. И вот в данном случае хочу предоставить слово Александру Михайловичу Воротникову вот именно по теме Северного морского пути. Пожалуйста, Александр Михайлович. Презентацию, пожалуйста, включите, Александр Михайлович. Микрофон надо включить, Александр Михайлович. Большая кнопка, большая. Посередине, внизу. Все, увидел. Добрый день, уважаемые коллеги. Я вообще хотел бы вот немножко поговорить о другом. Да, вот. Здесь очень интересные доклады, которые были представлены докладчиками. Я хотел поговорить об организационных и финансовых моделях финансирования проектов по развитию Северного морского пути. Причем, вот, в частности, касаюсь аспекта именно развитие
и арктической стратегии Республики Саха-Якутия. Дарьян, пусть да? Это вот большую ты сделают, не? А сделайте, пожалуйста, презентацию уже большой. Давайте следующий слайд. Смотрите, в общем-то, какая ситуация, да, вот если кто-то читал, смотрел стратегию развития арктической зоны Республики Саха-Якутия, в инновационном сценарии развития арктической зоны республики, вообще такой термин есть хороший, да, создание морского макрокомплекса Республики Саха-Якутия. Вот на это, наверное, мало пока кто обратил внимание, но то есть вот, на мой взгляд, вообще Якутская Республика делает такую большую заявку на то, чтобы стать вообще морским регионом России. И я думаю, через несколько лет, ну, конечно, сейчас, а лет через 10-15, когда будет реализована до 35-го года стратегия, мы будем говорить о Якутии как о морском регионе наравне с Дальним Востоком, наравне с Архангельском и Мурманском. И вот развитие по инновационному сценарию морского макрокомплекса Республики Саха-Якутия вообще выглядит очень системно. Да, ведь, в общем-то, ну, кто-то знает, кто-то не знает, да, вообще вот весь север, арктический север Якутии, он действует, снабжается по бассейновому принципу. Это первое, да, то есть все вот реки, впадающие в Северный Ледовитый океан, в Республике Саха-Якутия, они все задействованы в его экономическом комплексе республики. А в республике начинаются работы, ну, уже и действуют, ну, Жатайская судоверь, да, который... И, в общем-то, в республике будет строиться, развиваться порт Тикси. Порт будет двойного назначения, в нем сейчас, да, постоянно летают делегации. Вот одна сегодня вернулась, сегодня другая полетела. Связан, в общем-то, порт становится очень важным военным, геостратегически важным для России, да, то есть будет еще одна мощная база Северного флота. Плюс, в общем-то, вся эта территория получает мощнейшее экономическое развитие. Кроме того, что еще существует... Следующий слайд. Пожалуйста, да. Вот ведь кроме этого, еще, давайте еще один слайд, мне там следующий. Тут ведь еще будет развиваться порт, который находится близко к территории Чукотки. Пожалуйста, еще один слайд мне, чтобы не отнимать много времени. Еще один слайд, чтобы сразу мы перешли к основному докладу. И, в общем-то, говорю, вот идет системное развитие именно морского комплекса Республики Саха-Якутия. И в результате возникает вопрос, как вообще это все финансировать. Хотя у нас вообще есть программы в Российской Федерации, скажем, есть федеральный проект «Северный морской путь», есть федеральный проект, связанный с развитием портовой инфраструктуры. Но если их внимательно посмотреть, там-то в основном заложены государственные средства, этих проектов очень мало. Бюджетных. В основном идет ориентация на средства частных инвесторов. Для того, чтобы можно было использовать средства частных инвесторов, существуют определенные механизмы взаимодействия между государством и бизнесом. Самый простой такой механизм – это государственно-частное партнерство. В России действуют два закона, посвященные этому. Это закон о государственно-частном партнерстве и закон о конституционных соглашениях. Следующий слайд. И вот как раз вот на этом слайде и приведены вот основные участники вот этих проектов, да, кто в этих проектах участвует. Это и частный бизнес, это и банки, органы власти. Я вот здесь, вот, чтобы сразу у нас было понятие, иногда коллеги начинают говорить, я сюда причисляю и муниципальный орган власти, чтобы это было, ну, для простоты изъяснения. Следующий слайд. И вот на этом слайде как раз приведена самая такая традиционная, простейшая схема взаимодействия между участниками проекта ГЧП по конституционной ли модели там и не по конституционной модели. В общем-то, вот такая типичная схема проекта государственно-частного партнерства. Следующий слайд.
И почему вообще ГЧП и госсоцпартнерство, особенно концессии, для государства выгодно? Самое главное в этом, что вообще сам объект, он всегда по конституционному соглашению находится в собственности государства, да, то есть или муниципалитета. То есть в частные руки объект не перейдет, если это не прописано в соглашении. То есть четко всегда находится в руках государства. И в то же время это дает решать разные вопросы. Это получается экономия бюджетных средств, это повышается инвестиционная и социальная привлекательность региона, это эффективно реализуются задачи государства. Как раз ярким примером такого проекта это является сейчас проект по строительству моста через реку Лена мостового перехода на реке Лена. Как раз, кстати, когда я вообще работал в центре ГЧП Внешэкономбанка, и у меня был самый большой проект, который я структурировал, это был как раз проект через реку Кама и Буи в республике Удмуртии. Да, там сразу строилось три моста по одному проекту. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, а вот этот вот здесь как бы вот очень интересная схема, ее можно обсуждать, не обсуждать. Это вот сейчас новый проект, новая схема реализации проекта ГЧП. Есть поручение президента, чтобы регионы эту схему разработали, проработали, приняли законодательство. Это инструмент финансирования инвестиционных проектов, который увеличивает, используют для финансирования увеличение налоговых платежей по результату проекта. То есть, когда проект реализуется, налоги возрастают, это так называемый тип финансирования. Оно используется во всем мире, в России пока примеров нет, хотя очень успешная возможность. Мы пытались все время сделать закон по этому поводу еще в 2008 году в банке Силуанов, тогда его не пропустил. Следующий слайд. И вот смотрите, вот теперь же, согласно стратегии развития Арктики до 35 года, мы должны вообще построить достаточно большое количество портов на Северном морском пути. Вот сейчас реализуется большой проект в Мурманске, это развитие Мурманского транспортного узла. Будет развиваться порт Тикси, ну и будет, естественно, предполагается строительство порта в городе Индиго. То есть когда-то очень много мы пытались его запускать. Это порт Певек и, в общем-то, еще два порта в Чукотском автономном округе. Следующий слайд. И вот на что я хотел обратить самое большое внимание. Вот когда мы будем заниматься этими проектами, Республика Саха-Якутия будет этот проект реализовывать, очень важно, что в этих проектах возможно использовать различные модели государственно-частного партнерства или, как называется еще по-другому, квази-ГЧП. Это можно использовать и контракты жизненного цикла, и финансирование за счет налогов, да, модель ТИП. То есть ТИП совершенно разные модели, их можно использовать сразу в таком комплексном подходе к развитию порта Тикси. Следующий слайд. И вот еще на что хотел обратить очень большое внимание. Вот когда мы сейчас говорим о развитии СМП, о развитии инвестиционных проектов, вот, в развитии СМП, мы забываем о двух вещах. Понимаете, в мире сейчас совершенно изменилась экологическая ситуация. И вот есть такие так называемые принципы Посейдона, которых сейчас придерживаются все компании, работающие на морских перевозках. И, в общем-то, вы, наверное, многие слышали из вас, да, что практически все крупные морские компании отказались перевозить свои грузы через Северный морской путь. Почему? Потому что, по их мнению, принципы Посейдона в акватории Северного морского пути России нарушаются. И поэтому, если мы эти принципы Посейдона соблюдать не будем, то вообще возникнут очень большие проблемы в будущем. Да? Вот это надо четко понимать.
И второй момент. Если мы будем финансировать проекты на Северном морском пути, как по развитию прибрежной инфраструктуры, так и по развитию транспортов морских, да, которые будут по Северному морскому пути перемещаться, необходимо жесткое соблюдение принципов зеленого финансирования. Вся Европа сейчас перешла на зеленое финансирование. Так называемый есть принцип Green Deals. Сейчас в России тоже переходит, да, Внешэкономбанк разработал уже все правила зеленых сделок и переходов на зеленое финансирование. В России сейчас принимается законодательство по зеленому финансированию, и все, финансирование всех проектов будет идти по этому принципу. И, кстати, вот просто немногие знают, что вообще в России уже это используется. Вот как раз на слайде приведен самый простой пример. Вот группа Société Générale, ну вообще это Росбанк, это, да, вот наш российский, он выступил кредитором очень большого проекта по постройке серии крупнотоннажных танкеров на газомоторном топливе, так называемые зеленые акромаксы. Сейчас их выпускают, и они уже начинают действовать. И вот мне так кажется, что вот, развивая свой морской макрокомплекс, строя вот на Жатае сейчас эти новые суда, вот надо посмотреть, как вообще этот принцип можно использовать для того, чтобы потом не попасть под санкции европейские по зеленому финансированию и не попасть вот нарушение принципа Посейдона. Следующий слайд, пожалуйста. Вот я как раз хочу привести пример. Вот здесь у меня это Лауна в городе Мурманске, да, вот там четко, ну, многие этот проект, наверное, знают, да, это перенос нескольких терминалов на другой берег Кольского залива, но он осуществляется именно по концессионному соглашению. Следующий слайд. То есть вот здесь прописано, что, в общем-то, инвестиции порядка 25 миллиардов рублей строятся, причем, вот смотрите, проект решается комплексно, помимо терминалов строится и вся транспортная инфраструктура, включая и железнодорожную. Следующий слайд. В принципе, вот делая вот этот проект по Мурманску, полностью используется опыт мировой. Именно строительство всегда портовой порта или реконструкции порта. Александр Михайлович, 2 минуты. Отлично, как раз я все заканчиваю. Именно с развитием всей инфраструктуры, которая вокруг этого порта есть. И вот последние два слайда я хочу сказать. Есть такой механизм ГЧП, как контракт жизненного цикла. То есть, понимаете, строится не объект, а покупается услуга. То есть, вот самый простой контракт жизненного цикла – это метро в Москве. То есть, метро в Москве не покупает вагоны, а поставщик вот вагоны поставил, они вагоны, метро ездит, но за ремонт, за обслуживание отвечает поставщик вагонов. Следующий слайд. И вот последний слайд вот здесь. Еще это контракт жизненных, следующий слайд. И вот смотрите, вот возникает вторая проблема. Обеспечение электроэнергии всех вот этих портовых структур, вообще обслуживающих структур. Вот для этого есть энергосервисный контракт. Это тоже квази-ГЧП, причем это может реализовываться как для проектов с государственным участием, так и частные компании. В общем-то, они в России опыт большой есть по реализации проектов, а их остается только применить в арктической зоне Российской Федерации. То есть я что хочу, коллеги, сказать? Набор вообще инструментов взаимодействия государства и бизнеса очень велик. Все схемы отработаны как в России, так и в мире. И, в общем-то, в Якутии эти схемы, особенно для развития вот, объектов связи с СМП, совершенно спокойно можно применять. Все, Дарьяна, я закончил. Большое спасибо, Александр Михайлович, за ваш доклад. Вот. Переходим к следующему участнику. У нас осталось два докладчика. Это Розакова Валерия Игоревна, ведущий аналитик международного права МГИМО МИД России. Пожалуйста, вам слово. И, пожалуйста, регламент. Большое спасибо. Я, с вашего позволения,
Еще раз представлюсь, я являюсь ведущим аналитиком Центра стратегических исследований в области геополитики и цифровой экономики МИЭП МГИМО МИД России и аспирантом кафедры международного права МГИМО МИД России. Здесь я бы хотела представить доклад, который основан на моем аспирантском исследовании. Я готовлю кандидатскую диссертацию, и, наверное, мой доклад будет носить более академический и более научный характер, нежели практические доклады. И я бы хотела в первую очередь поблагодарить за возможность среди таких именитых экспертов выступить, и буду очень благодарна любым вашим замечаниям, потому что это будет очень полезно, в том числе для моего исследования. Я специализируюсь на тематике международного морского права. Моим научным руководителем является Александр Николаевич Валикжанин. И я занимаюсь вопросами разработки и передачи морской технологии. Собственно, это и есть тема моей диссертации. Как вы уже неоднократно замечали, вопросы развития технологий, и в том числе морских технологий, это один из краеугольных вопросов для развития российской Арктики. Безусловно, в особенности это важно для развития акватории Северного морского пути. Особенно необходимо понимать, что специальные требования к уровню технологий возникают в связи с хрупкостью арктических экосистем. И в этой связи как раз и хотелось бы рассмотреть подробнее о том, как выполняется и каким образом можно дополнить, улучшить выполнение части 14-й Конвенции ООН по морскому праву, которая как раз и называется «Разработка и передача морской технологии». Дело в том, что поскольку Конвенция, в особенности эта часть, формировалась в 70-е годы, изначально дискуссия по поводу вопроса о разработке и передаче морской технологии сводилась к диалогу между развитыми и развивающимися странами. И если кратко и несколько грубо описать суть этой дискуссии, то для развивающихся стран интерес заключался в том, чтобы получить возможность на выгодных и экономически подъемных для них условиях получать технологии, которые бы позволили им разрабатывать морские ресурсы. А развитые страны, в общем-то, были заинтересованы в том, чтобы обеспечить для себя все же экономически выгодные условия для передачи таких технологий. Ну и, собственно, на стыке вот этих вот интересов и были сформированы те формулировки, те нормы, которые мы увидим в части 14 Конвенции ООН по морскому праву. Фактически, изначально, получается, речь шла о наиболее экономически эффективных технологиях. И вообще одна из проблем, на которую следует обратить внимание, когда мы говорим о данной части, заключается в том, что даже само определение морской технологии однозначно и четко там не дано. Дело в том, что, во-первых, косвенное упоминание того, что можно подразумевать под морской технологией, мы можем найти в пункте 2 статьи 266 Конвенции, в котором устанавливается, что сотрудничество между государствами осуществляется в области разведки, освоения морских ресурсов и управления ими, сохранения морских ресурсов и морской среды и проведения морских научных исследований. То есть была обозначена сфера, и технологии, которые используются в этой области, вроде должны подпадать под термин «морская технология». Однако в статье указывалось, что этот перечень не является закрытым. В докладе генерального секретаря ООН 3-й конференции ООН по морскому праву морская технология понимается как результат деятельности участников, то есть механизм передачи технологии, пояснялось там, по контролю и адаптации к океанической природной среде с помощью рационально организованных систем деятельности. И генеральный секретарь ООН перечислил 6 видов такой деятельности. Это добыча нефти и газа в открытом море, добыча и дно углубительной работы на морском дне, морские сооружения, кабели и трубопроводы, подводные аппараты и подводные среды обитания, добыча растворенных химических веществ из морской воды и опреснение морской воды. Если мы обратимся к доктрине, которая непосредственно по поводу этой части может быть найдена, то, например, в 1981 году такой исследователь, как USM Александр, выделял 4 основные области деятельности, которые требуются, в которых требуется применение морской технологии.
И помимо уже названных добычи полезных ископаемых, охраны окружающей среды и морских научных исследований, он также называл рыбный промысел одним из таких видов деятельности. Необходимо обратить внимание также и на критерии, руководящие принципы МОК в области передачи морской технологии, где также содержится перечень объектов, охватываемых термином «морская технология». Здесь есть и данные, информация о морских научных исследованиях, пособия, руководящие принципы, критерии, стандарты, справочные материалы, оборудование для отбора проб и разработки методологии исследований, оборудование и средства для проведения наблюдений, оборудование для анализа экспериментов в лабораториях, компьютерное оборудование, лабораторное оборудование. Как вы видите, этот в данном случае вообще термин гораздо шире. Здесь понимаются даже методы и способы, и какие-то образовательные материалы сюда тоже входят. Таким образом, получается, что морская технология, подводя под итог, не ограничивается наиболее эффективным существующим буровым оборудованием. И, естественно, гораздо шире понимается, как минимум, вот в перечисленных основополагающих международных правовых источников. И при этом очевидно, что помимо экономического и такого промышленного назначения, те технологии, о которых уже говорится в международных правовых источниках, имеют четкое экологическое назначение. В юридической доктрине даже можно выделить такое понятие, как сопутствующая технология, очень часто употребляется, под которым подразумеваются технологии, которые направлены на поддержку экономической деятельности по освоению ресурсов моря и морского дна, включая аспект экологической безопасности производства. Вот. И ключевым соображением, которое лежит под этим понятием, является важность использования новейших технологий для обеспечения экологической безопасности хозяйственной деятельности на море. Кроме того, разработка технологических инструментов для мониторинга, анализа, обработки данных, также инструментов для морских научных исследований, делает передачу морской технологии необходимой для изучения и защиты морского биоразнообразия. И получается так, что вот с обсуждением и формирующегося сейчас проекта соглашения о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции. Сейчас активизировались обсуждения по поводу передачи морской технологии. И вот если мы обратимся к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира. Повестка дня на 2030 год в интересах устойчивого развития 2015 года, пункту 41», мы видим, что государства признали индивидуальную ответственность каждой отдельной страны за свое экономическое развитие, в этом контексте подтвердили необходимость новых эффективных инструментов для достижения цели устойчивого развития, и в этом пункте признали, что такие инструменты будут включать мобилизацию финансовых ресурсов, а также наращивание потенциала и передачу экологически безопасных технологий развивающимся странам на благоприятных условиях, в том числе на льготных и преференциальных условиях по взаимному согласию. Таким образом, мы видим, что в целом сейчас происходит смещение того контекста, в котором изначально формировалась конвенция, к экологическому фокусу. Сама конвенция не претерпела, естественно, никаких изменений. Ее текст был и остается, но та юридическая логика, которая сейчас лежит за применением механизмов передачи морской технологии, за интерпретацией части 14, смещается в сторону экологической эффективности. И, естественно, очень важно отметить, что правовая квалификация технологии в качестве экологически безопасной в значительной степени обусловлена экосистемными, климатическими, геоморфными и другими природными особенностями определенного региона морского океана. И, как правильно отмечает такой исследователь, как Харрен Дэвис, в силу различных потребностей внутри регионов и между ними не будет единого универсального решения для передачи технологии и развития потенциала. И региональная специфика передачи морской технологии в таких различных регионах, как Западная Африка, Тихий океан, Индийский океан, уже тщательно изучается авторами из особенностей соответствующих стран. И особенности специфическим регионом, естественно, является Арктика, где суровый климат и хрупкие экосистемы в сочетании с продолжающимися последствиями изменения климата создают дополнительные проблемы для того, чтобы развивать технологии, применять их экологически соответствующим уровнем. Валерия. Можно сделать таким образом вывод, что практическое применение технологий на сегодняшний день необходимо выдерживать на соответствующем экологическом уровне. Передача морской технологии
требуются, в том числе для того, чтобы обеспечивать экологичность соответствующих промышленных проектов и, безусловно, сотрудничество, в особенности в Арктике, в фактически регионе, который ограничен сухопутными территориями государств. Это самый маленький океан в мире. Естественно, все государства в этом регионе заинтересованы в том, чтобы осуществлять эту передачу морской технологии на наиболее эффективном формате для обеспечения взаимной, единой, целостной экологической безопасности арктического региона. И, безусловно, эта передача должна учитывать природные характеристики Арктики и осуществляться на специфическом уровне, специализированно для Арктики, но с, безусловно, первоначальной опорой на такие основополагающие источники международного морского права, как в первую очередь часть 14 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Спасибо большое. Большое спасибо, Валерия. И у нас остался последний докладчик. Это Шадрин Вячеслав Иванович. Он у нас вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук. Пожалуйста, Вячеслав Иванович, вам слово. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Сегодня я поднимаю такой вопрос, аспект достаточно сложный для нас всех. Это вопрос, связанный с коренными народами. И вот здесь, наверное, я обращу внимание, что очень во всех обсуждениях последние, наверное, лет 10 как раз обсуждается развитие Северного морского пути. Однако очень мало затрагивается вопрос, как раз связанный с развитием коренных малочисленных народов Севера. Хотя у них есть свои вопросы, свои ожидания от развития этого направления. Ну, в первую очередь, это связано, конечно, с историческими аналогиями. Вспомним, когда в 1932 году было создано ГУСМП, Главное управление Северного морского пути. Одним из главных функций этого главного управления было народно-хозяйственное освоение Арктики. И многие старики, люди преклонного возраста помнят, что одним из главных так в положении главного управления Северного морского пути говорилось о содействии хозяйственному и культурному подъему коренного населения Крайнего Севера. И более того, ГУСМП принадлежали даже такие организационные вопросы по организации руководства работы земледельческих, оленеводческих, животноводческих совхозов и ферм, организацию рыболовецких и зверобойных колхозных промыслов, в том числе и культурное обслуживание коренного населения, начиная вот там культбазы и так далее. В общем, все это как раз входило вот тогда вот в видение ГУСМП, такого суперминистерства, наверное, которое занималось общим всем развитием, в первую очередь, конечно, социальным развитием северного, то есть северных территорий, то есть комплексное развитие данных территорий. Однако вот на настоящий момент Северный морской путь как раз таких задач у себя не ставит. И вот основные негативные ожидания от Северного морского пути у коренных народов связаны именно вот, наверное, с тремя такими моментами. Первое о том, что Северный морской путь, он обслуживает в основном только промышленное развитие. Ну, помимо того, что торговля, мировая торговля, Вячеслав которая, Иванович, в принципе... А включите, пожалуйста, там кнопочку, чтобы презентация стала большой. Так, подождите. Так, я попробую еще раз. Это вы сами запустили, да? Да, я сам запустил, и вот вроде бы как еще раз. Сейчас как видно? Полностью экран? Нет, не полностью. А, да? А, тогда вы выключите, пожалуйста, презентацию, потому что у нас есть ваша презентация, да? Хорошо, тогда я отключу сейчас. Так. Все хорошо. Да, теперь как у нас? Тогда... Вот, и говорите, пожалуйста, следующий слайд, когда на экране видите. Да? Хорошо. Ну вот, и по исторической аналогии я говорил. Дальше, пожалуйста. И вот просто главные негативные ожидания от Северного морского пути. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий. Пропустите, мы уже об этом говорили. Дальше. Вот.
связано с тремя моментами. Первое, это вот помимо мировой торговли, которая достаточно далека от, так сказать, конкретно народов Арктики, непосредственно три таких прикладных момента, которые всегда ставят народы Севера. Первое, Северный морской путь, это в основном служит промышленное развитие, вот по мнению народов Севера. Ну, яркий пример, вот порт Сабетта и другие, которые вот, и это, значит, способствует продвижению промышленных проектов в дальнейшем на территории проживания коренных народов, что ведет, конечно, что может привести к возможному изъятию земель, ухудшению экологии, что в итоге, в свою очередь, будет вести к сворачиванию традиционных отраслей, ухудшению этнокультурной ситуации. Второе негативное ожидание, это особенно в зоне Чукотки, которая, это влияние на, возможное влияние негативно на морской зверобойный промысел. Вы знаете, что именно коренные малочисленные народы Чукотки, чукчи и эскимосы, они занимаются добычей китов, добычей моржей. И здесь также ожидается, ну и еще также алеуты на Командорских островах, вот именно ожидается негативное влияние, усиление, то есть если резко увеличится трафик прохождения через Северный морской путь. И третье, конечно, опять-таки связано с очень такое тревожное ожидание в связи с возможным ухудшением экологии. Здесь мы не только говорим о том, что вот сами технологии, что многие суда до сих пор используют такие ГСМ, которые, возможно, так называемые, оказывают загрязняющие устройства. Конечно, больше здесь говорится о стрессовом воздействии шумов, каких-то сбросов, самом физическом воздействии на планктон, там биопланктон и так далее, то есть на так называемую базу питания, влияние на нагульные места промысловых рыб на шельфе. Но это вот все вот эти негативные ожидания, вот пока больше, пока так как Северморпуть еще не вошел там, скажем, какие-то свои объемы и так далее, это больше как ожидания. А какие же основные положительные ожидания, то есть, скажем так, стереотипы ожидания от Северно-морского пути у коренных народов? Ну, в первую очередь, все очень надеются на улучшение социально-экономического развития, потому что, по крайней мере, вот в Якутии это коснется двух районов, это Булунского и Нижнеколымского районов, где вроде бы возрождаются порты, должны возродиться порты, а это, соответственно, создаст новые рабочие места, это, соответственно, вызовет развитие соответствующей инфраструктуры, там, которые обеспечивают эти порты. Ну и самое, одно из самых таких важнейших, это, конечно, улучшение снабжения данного региона. Вы сами знаете, что северные арктические районы оказались... Вы верните, пожалуйста, предыдущий слайд. Именно они оказываются в очень сложном таком положении, именно самое худшее снабжение. Именно это в пику тому, что еще 30 лет тому назад именно арктическая зона очень хорошо обеспечивалась, и когда еще уже вся страна испытывала очень большие такие, скажем, дефициты продуктов и так далее, как раз арктическая зона все еще пребывала в некотором благоденствии. Как многие говорят, мы жили, оказывается, уже жили при коммунизме, но мы об этом не знали. Вот. Второе положительное ожидание – это возможный рынок сбыта, выход на рынки сбыта продукции традиционных отраслей Севера. На сегодняшний же момент вы сами знаете, что вот из-за очень сложной транспортной системы, структуры, практически все традиционные отрасли народов Севера на сегодняшний момент в основном заняты только самообеспечением. То есть они не являются товарным производством. И вот как раз возможное вот это развитие, некоторые связаны с тем, что именно раз, если вдруг начнется вот эти перевозки и так далее, возможно, это вызовет, появится возможность реализовывать продукцию, вывозить эту продукцию куда-то, возможно, ну или на российские рынки, я не говорю уже об иностранных рынках. То есть, соответственно, это вызовет развитие крупностадного оленеводства, увеличение промыслового рыболовства и, соответственно, не просто их в виде сырья, а в виде переработки уже этой продукции. Ну и третий выход, третье такое ожидание, это развитие этнического туризма. Это в основном связано с нашими восточными народами, это вот живущими на Камчатке, на Чукотке. Вот. Это в основном так называемый круизный туризм, так называемый. Сейчас он уже начинает развиваться и так далее. Пока вряд ли этот круизный туризм придет к нам в
в Якутию и так далее, но тем не менее вот для коренных народов уже Чукотки и Камчатки это на сегодняшний момент уже является реальностью сегодняшнего дня. И здесь как раз говорится о том, что вот возможность как раз развивать этнический туризм, вот этнические базы и за счет этого какой-то источник поступления на сегодняшний момент. Ну, следующий слайд, пожалуйста. Вот это все те вопросы и те ожидания, которые у коренных народов. Однако вот коренные народы оказались немного в стороне. Вот есть мировой стандарт получения свободного, предварительного и осознанного согласия местного населения на реализацию проектов. Однако никаких консультаций конкретно с коренными народами и так далее по вопросам развития Северного морского пути пока у нас как таковых не было. В лучшем случае вот единичные представители на местах или представители райпона непосредственно Всероссийской ассоциации коренных малочисленных народов Севера приглашаются иногда на какие-то конференции, где обсуждается этот вопрос. Многие говорят, что нет, но это же не касается вроде бы непосредственно самих территорий. Но когда мы говорим о косвенном влиянии, то косвенное влияние, конечно, будет затрагивать местное коренное население. И поэтому, согласно международных процедур, конечно, данные процедуры, какие-то консультации должны проходить. И не надо бояться, то есть коренные народы не против Северного морского пути, они вот... как я говорил, могут внести свои предложения по развитию, и в том числе и социально-экономическому развитию своих территорий, которые могут быть привязаны в том числе и к развитию Северного морского пути. Но это пока вот только наши пожелания или надежды. Ну и последний такой следующий слайд. Все, на этом я завершаю свое выступление. Если будут какие-то вопросы, я готов ответить. Тем более, что вопрос вообще отношений коренных народов к Северному морскому пути, он достаточно актуален во всем мире. И вот будучи на многих мероприятиях, на международных мероприятиях, часто задавали вопросы, а как же, как с вами проходят эти процедуры, какие-то консультации или еще что-то, переговоры были или нет. Я, к сожалению, всегда развожу руками и говорю, вроде пока Северный морской путь – это какой-то пока больше стратегический государственный вопрос, который каким-то образом пока параллельно проходит с коренными народами. Большое спасибо, Вячеслав Иванович, вы почти уложились в регламент. Но, к сожалению, мы вышли из времени, но мы так, я так много обещала дискуссию. Давайте чуть-чуть, конечно, подискутируем. Прошу коллег долго не отвечать. Передаю сейчас слово своему самомодератору. Пожалуйста, Владимир Галактионович, полностью отдаю вам право модерировать дискуссию. Думаю, вопросы-ответы. Спасибо. Да. Спасибо, Дарьяна. Спасибо за великолепно проведенную секцию. И знаете, всегда что-то можно улучшать, но основа очень хорошая. Здесь собрались и люди власти, и люди науки, и люди шельф, коллеги, и те, кто и малочисленные народы Севера и Дальнего Востока, и все те, которые очень заинтересованы в развитии Северного морского пути как важной арктической составляющей. И вот я, Вячеслав Иванович, благодарю вас за выступление. Вот хотел бы поблагодарить за выступление. Вопрос интересный. Скажите, как вы механизм видите, посоветоваться с вами? Вот мой пример. Александр Иванович Лучейский, Царство Небесное. Я был вице-губернатором Ненецкого довольно долго. Он приходил и говорил: Володь, мы так доверительно всегда. Говорил: давай так, мы ненцы, приоритет, ваши нефтяники не нужны. Я говорю: Саш, давай тогда за счет оленеводство, образование развиваете, здравоохранение. Тогда мы снимаем с себя вопросы санитарной авиации, мы снимаем вопросы охраны границ. Компромиссное решение. Вы тут правильно сказали. Пожалуйста, немножко печально, так и не выработан механизм советования с вами и разделения ответственности. Смотрите, у меня Артура Челенгарова было 81 год. Думаете, посмотрите-ка на сайт. Кто выступил? Чукотский танцор. Я уж как никто понимаю. Без вас никуда. Вы там первые географически и исторически были всегда. Но механизм советоваться, разделение ответственности, как вы его видите?
Вот если немножко, как вице-президент, вот руководитель ваш ледовый Григорий Петрович, я хорошо его знаю. Вот как вы это видите? Ну, вот буквально кратко. Ну, вкратце, у нас все-таки есть некоторые общественные структуры. Вот как раз ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока. У нас в каждом из регионов, который в той или иной степени затрагивается маршрутом Северного морского пути, тоже есть свои эти общественные структуры. Есть общественные советы вот в регионах, при главах этих регионов, при губернаторах. Вот. То есть, в принципе, вот эти механизмы консультации, это как раз, то есть, через с кем консультироваться есть. А вопрос другой, вот как раз о том, что вот обсуждать, может быть, как возможно перспективы развития Северного морского пути с точки зрения именно поддержки или вот их увязки с коренными народами. Никто не говорит о запрете, да, а вот как возможно использовать. Вот на сегодняшний момент, вот, к примеру, я скажу просто, Республика Саха-Якутия, в любом случае, я реалист, я понимаю, да, например, что в стороне от Северного морского пути. Да, два порта есть, Тикси и Зеленый мыс, но они в основном будут выполнять роль технических запасных, так называемых, портов и так далее, вот для основного, так сказать, потока. То есть только лишь выполнять, так называемые, аварийные, так называть, функции, да. А вот, с другой стороны, вот яркий пример уже реального включения, это вот, например, Сабетта, да. И там вот, например, вот как раз правительство Янао совместно с организацией вот, оленеводы мира как раз, кстати, включились в то, чтобы сегодня уже вырабатывать механизмы возможного использования вот, экспорта оленины вот, через Северный морской путь. То есть уже какие-то где-то точки соприкосновения найдены, а где-то пока это полное, так сказать, игнорирование, что ли сказать, или не игнорирование, а может быть просто даже вот, как вы сказали, нету даже мысли о возможном каком-то соприкосновении этих интересов. Спасибо за ответ. Я ведь с вами вынужден согласиться. Вот это низкая культура правовая. Павел Сулензига, вам ничего фамилия не скажет? Я хорошо знал Павла. Знаю прекрасно. Да, и мне жаль Павла, и я там не знаю, что случилось. Я уже ушел от власти. Не время тут что-то. Но то, что вы красивые люди, и то, что вам надо поддерживать, никакого сомнения нет. В Ненецком автономном округе вы получили квоту в парламенте, вы получали... Знаете, это смешного было? Всех выгоднее было в Ненецком автономном округе быть ненцем. Потому что такие права, такие субсидии, такие дотации получали, что где удаешься. Вот у меня только еще один вопрос. Вот посмотрите, круизный туризм. Наши два больших оператора, норвежский и французский, хотят развивать туризм. А есть ли портопунктки, где вы считаете, может стать пунктом приема туристов в Якутии? Вот смотрите, по трассе Северного морского пути в 2021 году будет 6-7 рейсов круизных лайнеров «Бореал», это «Панант». Есть ли такой пункт, где вы могли бы принять, организовать программу, заработать деньги? Ну, вот именно если мы об этом аспекте говорим, я понимаю, что Тикси очень далеко на юге, это очень тяжело и дорого, наверное, будет отклонение. А вот, например, Зеленый мыс Черский, да, там экономически невыгодно будет, скорее всего. А вот Зеленый мыский, это вот Нижнеколымский район, там Черский где, да, мне кажется, это очень удобно будет, оно от Певека недалеко. Там, в принципе, экономически будет, может быть, целесообразно. А этот Нижнеколымский район, он мог бы стать вот таким туристическим кластером в том смысле, что там проживают у нас 5 коренных народов, там объединены, представлены, и это было бы очень интересно. И там не только с точки зрения этнокультурного представления, да, там же ведь рядом и Медвежьи острова, которые тоже стали недавно национальным парком. Там рядом очень много такой, очень развивается плейстоценовый парк, и так далее. То есть такие несколько моментов, которые могли бы быть комплексно вот именно интересны для туристов приезжающих. Вот я бы, наверное, вот сфокусировался для Якутии, например, это вот Нижнеколымский район. Дарьяна, мне кажется, это очень важная информация для вас. У вас ведь есть Министерство развития туризма или ну какое-то Министерство, да, регионального туризма? Есть. Вот есть. Просьба передать министру или ну, тому человеку, который бы обратился к нам. Ну и в частности, мы могли бы как-то пригласить вас с докладом, и чтобы могли бы учитывать, что Якутия, наш основной партнер, а Исен Сергеевич наш большой друг,
вот, Николаев, чтобы это тоже вы могли учитывать. И сезон 2021 года, может быть, 2022 года станет сезоном развития круизного туризма. И вот как раз возможность там судам швартоваться. Там надо выяснять глубины, там, конечно, Министерство транспорта, туризма, там смотреть надо пограничный режим, там нужно смотреть таможенная составляющая, там нужно все составлять. Ну и вот это вот коронавирус тут, ну это коронавирус, форма для ухода от работы бездельником. Мы с вами себя к этому не относимся. У меня вопрос, если вы не возражаете, вот... к Александру Михайловичу Воротникову. Он блестящий экспертный доклад сделал. Он, к сожалению, ушел. Ага, я хотел по Индиге задать вопрос с 1915 года. Ну, ушел. Валерия Дмитриевна, рад, что Александр Николаевич Великжанин в очередной раз представил блестящего ученого. Вот, был на защите докторской у вас в декабре прошлого года МГИМО. Хороший доклад. И все у вас получится. Вот. Просьба передать Александру Николаевичу большой привет. Большой привет. Теперь, наверное, Сергей Владимирович, наверное, ответил на вопрос. Но вот я не совсем понял, Сергей Владимирович, там какая-то организационная сложность. В чем вы видите самую большую организационную сложность вот в реализации проекта вашего Центра «Север» и избирательного ледового плавания? Вот не уловил, если бы вы кратенько повторили, какую главную, ну, администрирование нужно внести изменения, чтобы этот проект стал успешным? Слышно ли меня, Сергей Владимирович? Сергей Владимирович, вы не слышали, да? Вот сейчас я вас слышу, а до этого не слышал. Ну, тогда вот я кратенько тогда повторю. Вы говорили о важном моменте избирательного ледового плавания. Какие необходимо внести изменения в администрировании проекта? Вот я не уловил это, чтобы этот проект стал успешным вашего научного центра «Север». Вот если бы это кратенько в системе минуточки две повторили, было бы очень интересно мне бы. Да я думаю, всем. Хорошо, я скажу свое мнение. Главная проблема в том, я с этого начинал, что до сих пор вот система, состоящая из четырех основных подсистем обеспечения мореплавания, не установлена связь между подсистемой гидрометеорологического обеспечения и подсистемой ледокольного обеспечения. Каждая из них существует сама по себе. Пока эта связь полностью не установлена, конечно, эффективность этого взаимодействия будет низкой. Оно есть, но оно на таком очень недостаточном уровне. Вот сейчас новые правила плавания вышли, утверждены были 18 сентября. Там все обязанности и все полномочия предоставляются штабу морских операций, который организует Росатом. И для того, чтобы... Сергей Владимирович Владимир Галактионович, хочу вас предупредить, что у нас всего 5 минут осталось до конца сессии. Отлично, спасибо. Я очень быстро закончу. Да. Для того, чтобы взаимодействие было эффективным, на мой взгляд, целесообразно создать то, что было вот при Советском Союзе, когда были тоже штабы мороперации. И в каждый из этих штабов выезжала научно-оперативная группа. А, так, я сейчас понял. Да, то да. Вот это я не уловил. И эти группы работали, фактически поступали под руководство, под управление начальника штаба. Начальник научно-оперативной группы был одним из заместителей начальника штаба. И вот эта система работала эффективно. Сейчас это необходимо воссоздать. Сейчас, собственно, один штаб, а не два, как было, значит, два основных, два дополнительных. И научно-оперативная группа может никуда не выезжать. Она может работать в Арктическом институте, каждый может на своих рабочих местах, вот в том режиме, в котором мы сейчас с вами общаемся.
Да, или Сергей Владимирович, извините за вмешательство, действительно торопят нас, потому что зал нужно готовить к следующему мероприятию. Спасибо, да. Предлагаю всем нам обменяться контактами, обменяться презентациями, оставаться в общем каком-то таком, да, информационном поле, чтобы не терять друг друга. Очень все было интересно, вы шикарные Спасибо. Исследования проводите. Я предлагаю сделать следующим образом. Давайте, Владимир Галактионович, буквально на одну минуту ваше завершающее слово, и потом передадите мне, и я тоже скажу завершающее слово. На одну, по одной минуте буквально. Елена, 60 секунд, да. Огромное спасибо. Огромное спасибо Северному фору, огромное спасибо нам, огромное спасибо той земле России, что мы можем быть ей полезным, а Северный морской путь принесет всем нам благосостояние. Не надо никаких националистических воплей, не надо никаких неумных уступок, мы и то, и другое имеем в полной мере. Нам всем удачи, терпения, я хотел бы, чтобы нас почаще мы могли так собираться. Благодарю, Якутск. Спасибо всем. Да, действительно, даже уже и не 60 секунд. Коллеги, действительно, регламент у нас был жесткий, на 2 часа, мы вышли на полчаса больше. Сожалею, то, что так получилось. Очень интересные все доклады, причем из разных тематик. Все это настолько интересно, что, конечно, это стоит рассказать и рассказать и рассказать. Я думаю, то, что мы давайте сделаем следующим образом. Мы сделаем рассылку по всем вам ваших презентаций. Вот, потому что они достаточно информативные. Плюс мы должны с вами сделать предложение в общую резолюцию. Давайте над этим подумаем. Большое спасибо. Какому времени? Дарьяна, какому где-то времени? Неделю нам дается для того, чтобы это собрать. Спасибо. Собираю я. Напомните, что... напомните. Спасибо. Да, хорошо. Спасибо всем. Пока. Москва пока вам говорит. Да, можно, наверное, общий экран вывести, да? Да? А? Все, до свидания. Все. Пока-пока всем, дорогие. Всем ура. Пока-пока.